три, да, алло, я слушаю. О, машина заработала. Куда вы звоните, я говорю, не давал я никакого объявления. Самостоятельно, очень простая, всего одна задача. Что за папирус с интегралами? А? Это решение. Сам решу, сказал. Я вам говорю, что вы ошиблись. Нет, нет, нет. Да, Синицын, вот кого от тебя, я вот этого не ожидал. Товарищ прапорщик. Пошел вон отсюда! Почему Макаров два? Он даже списать поленился. Мне бы вот верхнюю одежду получить. Свободен! Илья обещал прийти и проводить. Обещал, значит, придет. Там оказалась объява с моим почерком. Че, надо что-то делать. Извините, пожалуйста. У нее девушка сегодня в Лондон улетает. Присядем на дорожку. Мам, давай еще немного подождем. Уезжайте. Спасибо, товарищ прапорщик. Спасибо, товарищ прапорщик. Беги давай, философ себя отпустил. На! Сеня! Сеня, подожди! На протяжении многовековой военной истории тактика наступательного боя непрерывно менялась. Прежде всего, под влиянием совершенствования сил и средств вооруженной борьбы. На ранней стадии развития военного дела, во времена холодного оружия, наступление в основном велось в плотно сомкнутых построениях и развивалось на небольшую глубину. Суворец Перепечка. Я. Повторите, что я сейчас сказал. Велось в сомкнутых построениях плотно. Что велось? Ну, наступление. А вы, я смотрю, умудряетесь сделать два дела одновременно. Это что такое? Это панорама какой битвы, я спрашиваю? Не знаю. Вот здесь у вас что? Танк. Какой танк? Т-34. Т-34? Значит, Великой Отечественной, да? Ну, наверное. А почему у вас танки, Перепечка, рассеяны по всему полю? Не знаю. А пехота почему в основном на одном фланге сконцентрирована? Да так просто. Так просто? А если у противника здесь засекреченные огневые точки? Это ж ты сколько народу положишь, Перепечка? Товарищ майор, ну это же просто рисунок. Рисунок. А у нас что? Урок рисования? Садитесь, Перепечка. Внимание! Только что на ваших глазах великий полководец Перепечка загубил целый танковый корпус и два батальона пехоты. И это не смешно. Это грустно, друзья мои. Потому что из-за таких вот офицеров, которым наплевать на занятия по тактике, потом проигрывается целое сражение. Порвите свой позор, суворец. Еще раз увижу, нанесу вам упреждающий удар. Прямо в журнал. Слушаем тишину. Так, идем дальше. Еще совсем зеленый. Весна на сердце. Каждый день весна. Весь мир. Что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом. Эй, стоп, стоп, машина. Куда идем? В туалет иду. А почему пешком? Много свободного времени, да? Значит так, взял этот мусор и выкинь его. Принесешь первую роту, второй взвод. Почему это я должен? Родной, ты никому ничего не должен. Про взаимовыручку суворовскую слыхал?
А при чем тут это? Как при чем? Ты что, разве не хочешь помочь старшему товарищу? Давай, все, бегу. Далеко собрался, дружище? Мусор да выбрасывай. Кругом. Шагом марш. Тебе же русским языком сказали, вынеси мусор. Видали, пацаны? У нас в училище новый командир нарисовался. А вам что надо, а? Да мы так, просто, мимо шли. Так вот и идите, куда шли, а? Мусор выкинь. Стоять. Слушай, Сырок, у тебя, по-моему, в голове у самого еще мусора немерено. Че ты парень-то напрягаешь, ну? Это еще не парень, это сос. Ты что, забыл, как сам сосом был? А ненужные файлы удаляю. А мы по-новой можем пропечатать. Угу. Слушайте, а вам какое дело, а? А может, он наш брат? Да. Родной? Да. И нам обидно за нашего родственника. Так, ведро поставил и гуляй смело, дружище. Давай. Чё стоишь-то? Давай, гуляй, гуляй. А ты, Сырок, держи ведро. И тебе подарок. Второму взводу от третьего. Упыри, блин. Тетя Свет, Светлана Николаевна. Ой, Илюша, здравствуй. Здравствуйте. Ну как ты? Да я-то нормально, как там Ксения? Хорошо, она ведь долетела, она отлично, но она же тебя ждала. Ты знаешь, она хотела с тобой попрощаться, думала, ты придешь. Да я пытался, честное слово, я просто не успел. Да я знаю, знаю, я ей так и объяснила. Она сильно расстроилась? Не забивай себе голову, я хотела, кстати, к тебе на днях зайти. Зачем? Ксюша звонила, она тут тебе передала кое-что. Вот, держи. Что это? Это адрес ее электронной почты, по которой можно с ней связаться. А что это за цифры внизу? Это не обращай внимания, она надиктовала свой английский телефон, но туда сильно много не дозвонишься, ты же понимаешь. Дорого. А она еще что-нибудь сказала? Ну, что у нее была всего минутка. Поселились они хорошо, соседи у нее хорошие, вот они ходили в центр гулять. Ну, ты сам свяжись, я же тебе оставила адрес. Да. Спасибо, Светлана Николаевна. Илюша, будет у тебя свободное время, ты заходи, не стесняйся, хорошо? Обязательно зайду. Дайте вам с пакетом помогу. Да они легкие. Тут близко. Тем более. Ну, ладно, пойдем. Зай, присядь, хватит суетиться, а? Сейчас огонь в кастрюле поменьше сделаю. Ну как? С ума сойти, я чуть ложку не проглотил. Объедение, правда, Лёш? Угу. Вам салат картошки порезать? Лёш, ты салат будешь? Нет, так жирно будет. Ну, Туська, а ты почему не ешь? Ну, с утра же голодная. Я же объясняла, токсикоз. Я и так на кухне еле нахожусь от этих запахов. Понял. Значит так, Лёш, быстро опустошаем тарелки, чтобы никаких запахов. Ладно, вы ешьте, я пока кастрюль помою. В любом случае, сиди, отдыхай. Мы с Лешей сами помоем. Помоем ведь, Алексей? Помоем, помоем. Да ешь я сама. Отставить. Это приказ. Нам нужен здоровый наследник. Ой, сладкий мой. Как там наш Толик, а? Смотри аккуратно, а то сейчас как толкнется. Ничего, папка выдержит. Видал, Алексей, какой у тебя брательник растет, а? Уже ногами машет. Толик. Кстати, Леша, как тебе имя? Ротмистров Анатолий Вадимович. Звучит? Звучит. Ты куда? Спасибо, я наелся. Молодой человек, прицел сбился. Ой, извините, я не заметил, просто случайно. Товарищ курсант, так я не понял, ты вообще что тут, а? Сразу не заметил? Да ты расслабься. Или у вас в Суворовском все такие пугливые? Чего? Че это мы пугливые? Я не испугался, просто, ну, неожиданно как-то, ну, сзади. Ясно.
Скажи, пожалуйста, а пятый автобус давно был? Не знаю, сам только подошел. А ты не знаешь, он возле площади поворачивает или прямо идет? Прямо. Спасибо. Эд, куда? Пятый сейчас уже будет. Я на такси. Некогда, опаздываю. Счастливо. Счастливо. Лёш, помощь твоя нужна. Чего? Я говорю, помочь надо. Я посуду уже помыл. Что еще? Алексей, мне тут позвонили. Надо срочно отскочить. Так отскочи, что я тебе мешаю, что ли? Там сейчас белье достирается. Ты не мог бы помочь Наташе развесить? А то ей тяжело одной. У меня один выходной. Дайте мне отдохнуть по-человечески. Отдохнуть? Можно подумать, ты в училище сильно перетруждаешься. Не надо опять начинать, а? Леш, неужели непонятно? Наташа носит ребенка. Твоего брата, между прочим. Я его не заказывал, ясно? И он мне не брат. Так может, и я тебе не отец? Не знаю, это надо у мамы спросить. Мне иногда так хочется очень сильно тебя ударить. Так ударь, чего ты ждешь? Ну чё, пацаны, кто как увал провел? Кто как, Трофим? Слушай, а я с Вероникой в кино ходил. Чё за фильм-то? Ой, да боевик американский. Тупой, тупой. А ты когда-нибудь видел не тупой американский боевик? Они же как раз рассчитаны на такого зрителя, как перепечка. Слышь, пацаны, а у нас что, в городе школа милиции есть, да? Ну да, ты чё, не знал? А там что, бабы тоже учатся, да? Ну, учится. А ты что, заарканил кого? Да не, я просто спросил. Как же просто смотрел? Посмотри ты ее, аж покраснел. Небось, на экзотику потянул, да? На какую экзотику? Ну как же, школа милиции. Ты хоть знаешь, какие там тёлочки водятся? Я понимаю тебя, наручники, дубинки, решетки, вся фигня, ох. Да ну вас, придурки. Помимо обычных HTML документов, существуют также так называемые документы с фреймами. Кто знает, что по-английски означает слово фрейм? Рама. Правильно, Сухомлин. В отличие от обычных документов, они не содержат никакой информации для предоставления пользователю, а служат для разделения рабочей области браузера на несколько отдельных окон. Так я не понял, а кто у нас в интернет-то полез? Синицын. Я. Мухой себя возомнил. Почему мухой? А что ж тебя все время в паутину тянет, во всемирную? Посмотрим. Привет, любимая. Ксюха, если бы ты знала, как я скучаю. Так, а вот это что сейчас такое было, Синицын, а? Сергей Викторович, вы не имеете права, это лично. То есть заниматься на уроке черт знает чем, вы право имеете. А преподаватель заглянуть в казенный компьютер права не имеет, так что ли? Ну хорошо, Синицын. Прошу вас к доске. Посмотрим, так ли вы хорошо знакомы с алгоритмами ветвления, как с электронной почтой. Печка, ну ты что, заснул? Я думаю. Ты завязывай с этим делом, Печка, а то задымишь. Да тише вы! Тише, тише, парни. Капабланка думает. Тише. Ну давай. О, я коня сюда. Все пропало. Гроссмейстер сделал ход конем. Куда деваться? Может, мне сразу сдаться, Печка, нет? Хорош болтать, давай ходи. Извините, гроссмейстер, я же культурно, без мата. Хотя без мата не получится. Пардон, вам мат. Где? В спортивном зале. Ну смотри, сюда нельзя, сюда тоже нельзя. Это же конешка.
Иди тренируйся, Писька, пока без шансов. Он конем не туда пошел. Там можно было вилку сделать. А потом, смотри, шах и ферзя забираешь. Блин, точно! Извините, что-то я не узнаю вас в гриме. Крамник. Это нет, подождите. Каспаров. Ёшкинко. Анатолий Карпов. Слушайте, Карпов, со стороны все умные. Может, сам сядешь и вилку эту сделаешь. Товарищ майор, Суворович Сырников по вашему приказу прибыл. Вижу. Присаживайся. Чаю хочешь? Нет, спасибо, я уже столовую выпил. Лёш, я разговаривал с преподавателями. И что? Многие тобой довольны. Учитель физики вообще считает, что у тебя большие способности к этому предмету. Я стараюсь. Молодец. Меня это очень радует, так что давай, не сбавляй обороты. Лёш, вот нам бы еще отношения в семье подтянуть на такой же уровень. Я был бы счастлив. Это не моя семья, пап. Это твоя семья. Опять начинается. Лёш, это все старая пластинка. Уже взрослый мужик. Что ты все в одну и ту же дудку дудишь? Мы с твоей мамой давно не живем. Я люблю Наташу. Мы ждем ребенка. Чисто по-человечески. Ты это можешь понять? Не могу. Алексей, мне иногда кажется, что ты все это делаешь специально. Разрешите идти? Подожди, чего ты добиваешься? Ты хочешь, чтобы у Наташи случился выкидыш? Ты хлопнул дверью и ушел. А у нее потом голова весь день болела. Надо было таблетку выпить. Ей нельзя пить таблетки, она в положении. Леша! Ну нельзя же быть таким злым. Откуда в тебе столько желчи? Я? Я не злой. Ты посмотри на себя. У тебя ни друзей, ни товарищей. У тебя даже девушки нет. А нафига она мне нужна-то? А ты попробуй. Может, хоть тогда научишься чувствовать и поймешь, что такое жить не только ради себя. Товарищ майор, разрешите идти на поиски девушки? Иди с глаз моих. Есть! Зря Турой походил. Не Турой, а ладьей, Печка. Ну, ладьей. Надо было офицером. Слышь, учитель. Ты сначала выучи, как фигура называется, а потом уже советую, офицер, блин. Слушай, ты же ферзя подставил. Ну и что? Значит, подставил. Можешь переходить. Зачем? Я уже сходил. Гордый, значит, да? А я не гордый. Нам лишний ферзь в хозяйстве не помешает. Оп. Шах! Привет, сюда. Шах! Ну, я сюда. Мат. Нифига себе, блин. Слушай, подожди. Я перепутал, дай перехожу. С какой-то радости. Ты же конешки перехаживал. Я взял столько за фигуру и сказал извините. Да ладно, что это, чемпионат мира, что ли? Не, Макар, харе. Проиграл так проиграл. Да я не заметил. Да проиграл ты, все уже. Слышь, Кирюх. Ты что, занимался где, а? Да не, меня отец в детстве учил. Хотите, я вам лучше задачку классную покажу? Там вообще все фигуры жертвуются, а мат одной пешки ставится. Слышь, пацаны, кто-нибудь буфет идет? Не-не-не, Макар, потом. Печка, ты идешь? Я посмотреть хочу. Ну, как хотите. Алёхин. Макар, ага. А ты дейзиком попшикаю. Слышь, Печка, пшикаю, знаешь где? Ну, побрызгаю.
Нет, брызгает тоже там. Ну дай, Макар. Ну на, 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 не плачь ты. Гусениц. А ты чё не чешешься? Дискач через полчаса. Я туда и не собираюсь. А чего так? Чё там делать? Слушай, синица, в последнее время на дискотеках танцуют. Танцуют. Да, да. С кем? А, ну да, у него же Ксюха есть, да, ребят? Синица, только по дружбе. Так и быть, танцую сегодня только с тобой. Ну, пошли. Ну, туда и пошли. Только рано. Синиц, без обид. Слышь, печка, дай мне. Тебе спрос, не трогай, Дэнни. Слышь, Макар. Я танцую, вот. Макар, ну что? Эй, парни, А кто у нас дежурный сегодня, а? Ротмистров, а какая разница? Большая. Этот козел в прошлый раз в дискотеке за внешний вид доколебывался. Блин, даже нельзя пуговицу расстегнуть. Ладно, пацаны, с вами хорошо, но у меня еще непочатый край работы. Да? Ну и сколько сегодня по плану у тебя? А чем больше, тем лучше! Ну-ну, давай не интервью стаканец. Скажи мне, для чего ты любишь эту ночь и блики на окне? Подает, да? Не дает, а выпендривается. А это тот парень, который к тебе на крыльце подошел? Как его там? Макаров. Он самый. Мальчик с комплексом Наполеона. Я так понимаю, у вас там какие-то терки? Какие терки? Было бы с кем. Ну тогда что так нервничаешь? Кто нервничает? Ты. Я же вижу. Слушай, Рит, давай сменим тему, как будто нам больше говорить не о чем. Здравствуйте, девушка. А позвольте узнать ваше прекрасное имя. Наталья. Наталья, ну это самое прекрасное имя на земле. Слушайте, Наталья, а вам нравится Юра Шатунов? Нравится. Понятно. До свидания. Привет. Не узнаешь? Да нет, узнаю. А ты здесь чего? А ты? Я? Ну как, ну это, танцы. Ну и я. Кстати, Оля. Кстати, я. Слушай, Оля, а ты всегда сзади подходишь? Прости, милицейская привычка. А ты уже танцевал? Ну, в принципе, нет. Ну тогда приглашай. Тебя? Оригинально. Есть другие кандидаты? Да, в принципе, нет. Девушка, разрешите вас пригласить на танец? Ну, давай. Слушай, а ты знаешь такого Трофимова? Кого? Ну, Трофимова, такой беленький, симпатичный. Ну, знаю. Нифига он тебе нужен? Он классный такой, да? Слушай, а как тебя зовут? Алексей. Лёш, а ты не мог бы передать Трофимову, что я... Ты чего? Я что, тебе передатчик, что ли? Коза. Рит, я на минутку. Ты куда? Два ноля. Ну, беги. Танцую? С удовольствием, но не могу. Почему?
понимаешь, мне протез. Летом в бате сено косил. Вот. Так он у меня слепой. Он хрясь косой и прощай танцы. Дурак. Я ему то же самое сказал. А если честно, ты как тут? У тебя тут парень, да? Ну как парень? Так, знакомый. А, понятно. Вот, пришла посмотреть, точно ли он в урну бумажки бросает. Илья, ты что, лом проглотил? Почему это? Чё такой напряженный? Ты же с девушкой танцуешь. Рука должна быть вот здесь, на талии. Ты не бойся, у меня кобуры там нет. А я не боюсь. Добрый вечер. Привет. Можно вас ангажировать? Вот что-что нельзя, это как раз можно. Разрешите? А ты хорошо танцуешь. Да я вообще все хорошо делаю. Скромный. Да, это меня украшает. Меня, кстати, Рита зовут. Меня Максим. Максим, а что за непонятки у вас с Кириллом? С каким Кириллом? С Соболевым. Ну, какие там непонятки, я тебя молю. Там как раз понятки. Понимаешь, я его очень давно уже знаю. Я это чувствую. Он хороший парень. Просто я смотрю, ты по натуре лидер, и он тоже. А почему не носит желтую майку? В смысле? Как же лидера узнаешь? Только по желтой майке. Максим, я пытаюсь с тобой серьезно поговорить. Я тоже, только нам говорить не о чем. Ладно, я пошел. Ты куда? А вон твой лидер приближается. Толстый. Привет. Привет, привет. Не, ну это понятно. А вас там что, и стрелять учат, да? Ну так, чуть-чуть. Ну согласись, милиционер же должен чуть-чуть уметь стрелять. Не то слово. А тебе, так понимаю, нравится оружие? Да. Правда, в основном пока виртуальное. В каком смысле? Да здесь-то что? Здесь-то одна фигня. Мелкашки да пневматика. Зато вот в клубе отопыриваемся по полной программе. В каком клубе? В компьютерном. Там и Counter-Strike, Half-Life, Call of Duty, Far Cry, в общем, все. Там и М16, и калаши, и помповые, и вообще все, что хочешь. В общем, полный фарш. Здорово. Да. Слушай, а ты что в следующую субботу делаешь? А я думала, ты мне скажешь. Так, а... Так, может, сходим в клуб? Не, я серьезно, тебе понравится. Там такой адреналин. Я подумаю. Девушка, вы танцуете? Танцует, но не с тобой, понял? Понял. Лихо ты. Это я еще так. Ну так что насчет клуба? Не помешаю? Это что здесь такое? Я спрашиваю. Это что здесь такое? Как что, товарищ майор? Выполняю ваш приказ. Какой еще приказ? Ну как какой? Познакомиться с девушкой. Кстати, знакомьтесь, это Виолетта, это Вадик. Знаешь что? Сразу после дискотеки зайдешь ко мне в кабинет. Есть зайти в кабинет, товарищ майор. А ты брысь отсюда. Губы вытри, сопляк. Слышь ты? Чуть. Еще раз я тебя возле нее увижу. И что будет? Запомни, Рита – это моя девушка. Она мне так сказала, так что расслабься. По разам захотел. Опа. Слушай, не будь я вице-сержантом, я бы тебе ответил. Но должность и честь мундира не позволяет мне этого сделать. Поэтому приходится показывать пример таким, как ты. Руки свои убери. Чего встали-то? Расходимся, расходимся, товарищи. Низ, пойдем в умывальник.
Ты что, хоть ты в город идешь? А ты что, не видишь? Ясно, слушай, будь другом, заскочи в интернет-кафе, отправь письмо по электронке. А сам чего? Ты же знаешь, мне информатик пару влепил. А, ну да. Не пущают, значит, да? Ну что, сделаешь? Слушай, а ничего, если я прочитаю? Ты знаешь, когда пишешь, автоматически читаешь. Ничего? Ну тут никакого секрета нет. Ксюхе, что ли? Ага. Ну что, отправишь? С меня буфет. Ксюхе бесплатно. Спасибо, Сухой. Да еще. Добрый день. Здрасте. Что ж, это вы Суворовец и на красный свет. Торопитесь куда-то или дальтоник? Да нет, просто я налево посмотрел, потом направо. А надо было посмотреть вперед. Светофор он обычно прямо висит. Так, товарищ милиционер, ну машин же нет никаких вообще. Как это нету? А это что по-вашему? Да, что-то у вас совсем плохо со зрением. Пройдемте. Куда? В машину. Товарищ милиционер, а может не надо? Может я, ну это... Машина, ну, как-то... сказал, быстро. Сам, да. Привет. Петя, по-моему, ты перестарался. Привет. А это... А это Петя, мой двоюродный брат. Сержант Серёхин. Суворовец Сухомлин. Блин, ну жучки у вас. Фух. Да, я. Тебя еще учить и учить. Куда бумажки бросать, где улицу переходить. Что, Суворовец, обделался? Почти. Вы как-то неожиданно, из-под земли как будто. Ну что, мальчики, девочки, вас куда сейчас? Мы куда? Ну, я не знаю. А, Петь, ты сейчас в управлении? Угу. Давай тогда через площадь поедем, высадишь нас у Центрального. Как скажешь. Слушай, а что там возле Центрального? Там компьютерный клуб. Или ты уже передумал чуть меня в стрелялки играть? Ну... Так, еще раз покажи, где болит. Ничего не понимаю. Ты же сначала в другом месте показывал. Ну, сместилось как-то. Угу. Значит, боль блуждающая. Так, Суворовец, а ну-ка шагом марш в расположение. Ну, товарищ прапорщик. Отставить! Не хочешь шагом, тогда бегом. Товарищ прапорщик, я еще диагноз не поставила. Зато я поставил. Синдром наряда, осложненный воспалением наглости. 20 минут назад он... гонял коробок со всеми по коридору, а теперь как в наряд заступать? Живот заболел. Бегом, тебя товарищи ждут. Вань, а у тебя хорошо получается. Может, тебе в медпункт привезтись? Ну, а почему? Лечить я могу. Слушай, Мариш, я чего забежал? У нас какие перспективы на вечер? Так, сегодня Васильева с мужем обещала зайти. Будут на свадьбу приглашать. Понятно. Опять вечерние гости. Ну да, обещали с тортиком нагрянуть. Сидим, поболтаем. Конечно, да. Значит, перспектив никаких. Ну почему никаких? Ты что, не рад? Рад. Почему рад? Третий вечер подряд гости, гости, гости. У меня такой бурной общественной жизни лет 15 не было. Ну, Вань. Ну что, Вань, что, ну, Ваня? Ну, хочешь, я позвоню, все отменю. Ну, конечно, хочу, Мариш, конечно, хочу. Вань, ты что делаешь? Что, Вань? Маришка. Но я же все-таки твой как-никак муж, да? А ты, соответственно, моя жена. Слушай, я уже соскучился. Или что, сюда тоже, что ли, гости войти могут? Ну, мало ли. Ну, тогда сейчас мы это устроим. Вань, ты что, с ума сошел? Маришка, конечно, сошел с ума. Вань, ну ты чего? Пацаны, все сюда!
Опа, це! Это что за стадо суслик? Я спрашиваю, кому тут стоит? Вы чего там увидели? Ничего, просто так вот. О, так у вас тут кинотеатр. Только звука не хватает. Мы просто уже все закончили. Ага, и решили киношку посмотреть, да? Значит так, 16 кому-нибудь тут есть? Я так и думал. Давайте быстро отсюда, мужики, быстро. А я тоже мутант, только плохой. Ну и твоя задача зачистить эту лодку от всех тварей. Ты можешь, смотри. Выбирать оружие, приседать, мины ставить в пистолет. Слушай, Илья, ты так сложно объясняешь, может, начнем, там посмотрим. О, хорошая идея. Давай попробуем. Ну что, понеслась? Подожди, что-то не то. Так, ты меня что, завалил, что ли? А что? У меня другая задача. Так, а как ты это так? Сразу. Я из Винчестера прям в голову. Так. Давай по новой. Блин, ты чего сразу стреляешь-то? Да что ты стоишь-то, как регулировщик на перекрестке? Так я тебя жду. Ты так чем-то недоволен? Ты ждал, я пришла. Во, блин. Блин, да откуда ты стреляешь? Я тебя в упор не вижу. Места надо знать. Слушай, ты что, играла раньше? Пока ты спрашивала, тебя опять завалили. И я даже знаю, кто. Во, блин. Можешь подсадить? Товарищ генерал, видите, сержант Макаров. Да знаю, знаю. Что ты тут делаешь, Макаров? Да вот мне позвонить разрешили, а там не ловит. Где это там? Как в расположении. Ты, значит, в поисках связи, аж вон до улицы дошел. Ну да. Ну ладно, я тебе тогда помогу. У нас вот в училище есть место, где связь самая отличная. Знаешь где? В наряде. Попросишь своего офицера-воспитателя, чтобы он туда тебя отвел. Скажешь, что я разрешил. Понял? Так точно, товарищ генерал. Вот и отлично. Ступай. Есть. Машка. Марьяна Владимировна. Черт, а? Здравствуйте, Леонид Вячеславович. Здравия желаю, товарищ генерал. Да и вам того же, и вам того же. А мы вот тут просто... Вы что-то сказали, Марьяна Владимировна? Да нет, ничего. Как собака-то, Иван Адамович? Спасибо, все хорошо. Не проволочи. Никак нет, товарищ генерал. Решили оставить. Да, ну хорошо, хорошо. Ну, ладно, продолжайте. Не буду мешать. До свидания, Леонид Вячеславович. До свидания. Ну, надо же, а? Попались. Значит так, в наряд по роте у нас сегодня заступают дневальные Суворовец Ланцов. Суворовец Ланцов, ваша фамилия прозвучала. Я. Суворовец Точилин. Я. Суворовец Соболев. Я. Дежурном по роте заступает Суворовец Сухомлин. Я. Отставить, Сухомлин. Отставить.
Вместо Сухомлина дежурным по роте заступает вице-сержант Макаров. Я. Товарищ майор, у меня сегодня по списку вырос Сухомлин. Сухомлин заступит в следующий раз. Что случилось, Павел Павлович? Макаров заступает по блату. За него лично просил генерал-майор Матвеев. Да, ну, Макаров? Так точно, товарищ майор. Вот. Вот оно что. Да, Макаров, прямо скажем, нехилые у тебя связи. Оставить смех. Значит так, заступающему наряд готовится, остальным заниматься по расписанию. Радуйтесь! Слышь, Соболь, ты когда полы драешь, ты на тряпку чуть-чуть хоть налегаешь, не? В чем дело? Да ни в чем. Соболь, ты же в наряде. А в наряде полы надо мыть, а не гладить. Если тебе что-то не нравится, на, вот и помой сам. Ты вот сюда лучше посмотри. Чего я там не видел? Ты там не видел, что ты разговариваешь с вице-сержантом. И чего? Ничего. Формула проста. Ты исполняешь, я контролирую. Короче, пацаны, это не девчонка, это просто чума какая. Ну, я надеюсь, в хорошем смысле. Да, пацаны, это просто улет. Вы бы видели, как она в халфу режется. Она из базуки мочит, как Шварц какой-нибудь. Ты у нее хоть раз выиграл? Прикинь, а. Так, я не понял, почему она до сих пор не в моем списке? Даже думать забудь, ясно? О, Сухой! А, ну, ты отправил письмо? Какое письмо? Ну, здрасте, я же тебя просил. Ой, ё-моё, блин! Синица, слушай, совсем из башки вылетело. Ну, ты понимаешь, мы там с девушкой... Нет, спасибо тебе большое, друг. Ну, блин, ну, пацаны, я... Синица, подожди! Это кто здесь только воды налил? Сейчас вытру. Медленно вытираешь. Давай, посмотри, там на подоконнике еще пыли, как в государственном архиве. Слышь, родной, ты что, меня заколебать решил? Или я один в наряде? Отвечаю по пунктам. Во-первых, другие дневали несут мусор. Во-вторых, Василюк меня тоже заколебывает. Это же как сообщающиеся сосуды. Он меня, я тебя. Догоняешь? А мусорку там кто поставил? Петр Первый. Петр Первый, отлично. Значит, берешь это ведро, тащишь его в туалет, а из туалета сюда. Нафига? Чтобы было смеха дофига. Давай, давай. Ты делай рокировочку, ты же у нас мастер. Руку убери. Ого. И что было-то? А? Если не врубаешься, могу и по рылу повторить. Интересно, это вот так что ли? Козёл.